Привет, с вами Precious, и в этом видео я расскажу, как открыть все концовки и получить 3 достижения в новых заданиях легенд Кавеха. Воспоминания чертеж будущего вы откроете, выбирая во всех диалогах первый вариант ответа. Заключенную сделку вы сможете получить с этапа «Скрытые обстоятельства». Для этого в первой беседе выберите реплику, а если собрать средства с других торговцев. Концовку «Встреча на досуге» вы разблокируете с главы «Задушевный разговор в таверне». В заведении во время диалога с Кавехом посоветуйте ему отвлечься на что-нибудь другое. И дальше везде выбирайте первый ответ. Воспоминания под цветом звезд мы сможем получить с этапа «Дорогая сердцу вещь». В этот раз в беседе с Кавехом вам нужно сказать «Можно пока его отложить». За эту концовку вы сможете получить 2 достижения. Студенческие дни вы откроете, прочитав книги в доме Дайены после разговора с Аль-Хайтамом, а романтизм в архитектуре нам дадут за прохождение этой сюжетной линии. Для получения последнего воспоминания с названием «Первый урок» вернитесь на главу «Задушевный разговор в таверне». Тут в диалоге с Кавехом предложите отвлечься на что-нибудь другое, и следующей репликой выбирайте «Найти другую работу». Открыв 5 концовок, вы получите достижение «Искусство и жизнь» и такую награду. На этом у меня все. Спасибо за просмотр, подписку, лайки и комментарии. Хорошего настроения!